если вот так оставить игрушки, то их обязательно расколют. В 6 часов утра первым трамваем из центра города Сергей приезжает в микрорайон Матрешки. Рабочий день бывшего инженера длится до 4, а порой 5 часов. Работа сложная, но 82-летнему мужчине, а дедуле его и не назовешь, выбирать свое время не пришлось. Кредиты, взятые внуками, выплачивали они с супругой. Теперь все, что я знаю, и все мои знания в этом мире уже не требуется. Кроме дворника, места мне было не найти. Я когда устроился сюда, я с большой радостью ходил. Не потому, что там работа грязная, а потому, что просто работаешь. К слову сказать, двор здесь красивый и невероятно чистый. Жильцы говорят, благодаря Сергею. А он старается помнить только хорошее, хотя неприятные и рабочие моменты все же случаются. Бросают окурки, обрывки бумаги, фантики, дети. Ну, в общем, стаканчики. Ну, господи, что только не бросают. А из окон бросают все, начиная от завтрака. Да ладно. Точно, что хотите. И пельмени бросают. Сегодня здесь бросили, завтра там бросили. На вас не попадало хоть? Нет, на меня нет, а вот на мою коллегу чуть не сбросили. Кто-то там это самое оправился в пакет и бросили мимо нее, чуть-чуть не попали. Но приятных моментов гораздо больше. Люди здороваются, благодарят. Инициативная группа, а жители здесь очень дружные, даже дарят подарки. Праздник у вас. Здрасте, с праздником вас. Так, это видеоотчет для всех жителей Матрешек. У нас сейчас такая традиция, 20 февраля всегда ему собирают как премия. Ну, зарплата, сами знаете, дворника маленькая. Он как раз в этот день заболел, мы съездили к нему и в дом, где он там живет, и привезли ему деньги, все его знают, очень благодарны, общительный человек и приятный. Но главная заслуга Сергея, конечно, чистый двор. И в снег, и в слякоть он всегда на месте. Никакие ветра, а двор со всех сторон продувается, не заставят мужчину оставить работу. Дорожит и отношениями с людьми. Никаких сюрпризов не ждал. Это первый раз случилось в позапрошлом году. Это было, конечно, очень приятно. Главное, не потому, что там подарок, не потому, что деньги собрали, а потому, что люди ценят. И ценят работу. И чувствуется, что ты не зря работаешь. Твоим людям нужна эта работа. Сергей поделился, что сейчас в семье с деньгами стало полегче. Уже, по идее, можно задуматься и об уходе с работы, но пока увольняться не хочет. Говорит, всю жизнь работал и не представляет свою жизнь иначе. Так что переживать за чистоту во дворе жильцам микрорайона в ближайшее время не придется. Да и дружба просто так закончиться не может. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.